Всем добрый вечер. Начинаем послематчевое общение с тренерами и игроками после игры Салават Юлаев «Авангард». Итак, Олег, перебью, меня слышно? Нормально? Да, да. Хорошо. Томилемса, первый, главный, простите, тренер Салават Юлаева, пожалуйста, your opinion about the game. Спасибо. It was a hard game. We knew when we came here that it's this opponent, it's one of the best in this league, and we prepared well. But still, we had a really hard first 10 minutes, and we were two down. After the first period, locker room, we decided together that, hey, we knew that last two games, we were two up, and we knew that there is 40 minutes to go, so we need to still battle that. Second period was good. Same third one. Again, PK hard for us, but I'm really satisfied, and I'm really proud. Battle today, so and I think we earned today 2 points. А когда мы сюда ехали, мы знали, что ждет очень сложная игра. Авангард один из сильнейших соперников лиги. Первые 10 минут мы, конечно, сыграли очень плохо, потом мы в раздевалке обсудили вообще первый период. Мы понимали, что до этого у нас были не самые лучшие игры, мы выигрывали 2-0, уступали вот по итогам встречи, поэтому мы обсудили, понимали, что у нас есть 40 минут, чтобы биться. Поэтому в втором периоде мы сыграли очень прилично. Что касается третьего периода, то, в принципе, неплохо, но у нас такие были недочеты именно при игре в меньшинстве. Но если, в общем, брать, то сегодня мы заслужили эти 2 очка. Ваши вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, можно? Да. Азамат Шулуков, Метя Корсети. Добрый вечер, Томми. Расскажите сначала, почему Амирова сегодня не было? Томми, why without Амиров today? We wanted to rotate a little bit our forwards. And after game, we thought that today's game we need to take Pimenov in, and we wanted to put Karttaev as a winger. That's why Amir stayed up. Нам нужна была некая ротация среди нападающих, поэтому мы сегодня решили использовать Karttaev. А почему именно тогда Амирова заменили? Why did you decide to change Amir, for example? Exactly. Why Amir? I wanted to create really strong fourth line, because I knew that this game, it's going to be really hard, and there is a lot of battles and a lot of loose pucks which one you need to win, and I wanted to create like a really strong fourth line. And Pimenov, he practiced well, and whole this season he's been really solid, so I wanted to bring him inside this game, and that was the reason. Причина в том, что нам нужна была четвертая такая структурированная сильная линия нашей атаки, потому что хорошо и Пименов был готов, на практике это показывал, и Карташев такой силовой нападающий. Плюс мы понимали, что сегодня достаточно будет много единоборств на льду, и много будет отскоков шайб, которые нужно было нам выигрывать, поэтому решили так сегодня. Гранлунд удаляется в 4 матчах из 6 своих последних. Считаете это проблемой? Будет еще один вопрос. Do you think Гранлунд take a lot of penalties, because last game so it's about 4 times. Do you think it's a problem for our team? Of course, we can't take penalties. It's for sure, and we need to learn about these penalties. That's a big thing for us. But I think Gralund, he was one of the like game changers today for our team. So this is the side what I want to see. Like more. Да, конечно, в этом есть проблема, есть то, над чем нужно работать и над чем нужно учиться, но не стоит забывать, что Гранлунд сегодня был тем игроком, который, так скажем, игру изменил, и это одна из его самых сильных сторон. Ясно, что был коронавирус, но все-таки у Салавата за последние 6 матчей в большинстве только 2 шайбы, обе против ЦСКА. В чем дело? Спасибо, это последний. What's the problem with power play? Because just a lot of games, with the whole games, where the coronavirus started, and just 2 times you realized power play against CSKA. So
what problem is. Again, today we had a lot of really good scoring chances during the power play. That's the main thing, that when we have a chances, for sure we will score goals. And at the moment, the last movement, we don't have the last thing that the puck goes to the net. So, but boys working well, and we practice every day, and we spend a lot of time that we can get the power play back this level that we can score again. And I think power play has been a pretty strong whole season. I think we were, before this game, I think we were team number two or something like that, almost 30%. So it's been really good. So I'm not worried about that. А сегодня мы играли против одной из самых лучших команд по игре в меньшинстве. Что касается нашего игры в большинстве, то мы сегодня создавали момент, но, к сожалению, не хватало того последнего касания, движения, чтобы с момента реализовать. Но самое главное, что меня радует, что мы момент создаем, а это значит, что в будущем у нас будут забиты шайбы. Здесь лишь нужно увидеть на тот уровень, который у нас был. Томми, будет такой вопрос. Салават обыгрывает «Авангард» 4 раза подряд, причем не только по счету, но, на мой взгляд, и по игре. Для вас, может быть, «Авангард» уже читаемая команда, действия которой легко предугадать, потому что по игре вы очень уверенно каждый раз их побеждаете. По моментам, по контролю шайб, по движению. First time when you won «Авангард», do you think it's too predictable for your team? For you, exactly, «Авангард», how to play? You played very nice. Avangard, it's like I said before, I really respect this team, and all our team respect this team. And of course, we prepare well against every team, but I think there is something special always against Avangard. And I think for myself, because I respect also coaches, what they have at. So I don't know. What is the reason? But today I'm satisfied how our team played, and we played solid hockey game. So I can't tell exactly what is the reason. Сегодня мы сыграли очень хорошо, очень достойно. Что касается и матча с «Авангардом», то, как я уже до этого говорил, «Авангард» один из самых сильнейших соперников лиги, и поэтому мы уважаем абсолютно все команды, и в том числе «Авангард». Что касается сегодняшнего матча, ну, мы рады, что сегодня победили, но так сложилось абсолютно. Коллеги, если вопросов больше нет, спасибо. Ждем Боба Хартли. Thank you. Thank you. До свидания. Коллеги, Боба Хартли. Yeah. Okay. As you коллеги, Боб Хартли, главный тренер «Авангарда», оценит игру, пожалуйста. Tough game, had a real good start, then second period we mismanaged a couple of situations and we opened the door to Ufa, so they came back. Then in the third, it was up and down. They scored that early shorthanded goal, but I like the way that we came back. We kept fighting. We generated some good chances until we scored with Reed Boucher's power play goal. And then in overtime, 3-on-3, it could have went either side. They had some great chances. Emil Garipov came up with some big saves, and on our side, we had quite a few good chances too, and Metsola was strong. So then when it gets in shootouts, they scored some nice goals. Сложная игра сегодня получилась. Мы хорошо начали, а во втором же периоде неправильно повели себя в нескольких ситуациях и буквально открыли сами дверь обратно в игру Уфе. И они этой возможностью воспользовались, сравняли счет и дальше еще и забросили нам в меньшинстве. Но мы не опускали рук, продолжали бороться, продолжали играть. И Буше забросил хороший гол в большинстве. Дальше игра перешла в овертайм в расстановке 3-3. Там все могло сложиться с любым исходом. И у нас были возможности. Противника выручал Мецела. И они создавали моменты. Там Гарипов нас тоже спас. После этого Булит и противник забросил несколько хороших голов, которые и привели их к победе. Пожалуйста, вопросы ваши. Состояние Шумакова и мнение по эпизоду. About Shumakov and what's your opinion on that episode? Well, Shumakov will be taken for evaluations.
in our book, you know, like from the ice, right from the ice, like everyone on the bench thought it was a headshot. After watching the replay, there's no doubt that it was a headshot. But right now, there's not much that we can do on that side. Like we just hope that Shumakov will be okay. Шумакова отвезут на обследование. Со скамейки показалось, что был удар в голову. Пересмотрели видео и убедились в своем мнении. Но сейчас ничего не попишешь. Остается только надеяться, что с Шумаковым все будет в порядке. Еще? После двух периодов магнитки было 12 бросков в створ. Сегодня после двух периодов 14. Какие-то удивительные цифры для авангарда. Чем это объяснить? We played against Magnitka. We had only 12 shots after two periods, and tonight we have 14 shots after two periods. So these are kind of strange numbers for us. What's the explanation for this? Well, it's totally two different games. In Magnitogorsk, we never had a chance today. Like we played a pretty good first period. Like the one thing is, Ufa will always get plenty of shots against us because they're a way bigger team than us. Like Artikainen, like we're just trying to contain him. With Larsson, with Granlund, with Manninen, you know, it makes it like a real tough combination. And obviously, they want to keep the puck to Artikainen. And you know, like we have no one on the team that is as big as him and that can match his strength. So like, but you know, like after the first period, even though you know, like they had a few shots more than us. We had played the right way. Then in the second period, just look at their first goal. Like we gave it to them. Like one line stayed on the ice way too long, and we got caught on a 3-on-2, and like that opened the door. And then second goal was a turnover, and third goal, it's kind of the same play. So like we didn't make many mistakes, but for every mistake that we made, they made us pay. Две абсолютно разные игры. В Магнитогорске у нас буквально не было никаких моментов, не могли мы их создать. Сегодня же в первом периоде мы действовали здорово. И стоит отметить, что у Уфы гораздо больше бросков, поскольку они очень габаритные игроки у них в составе. И посмотрите на Хартиканина, Манина, других ребят, и все ищут Хартиканина, а у нас в команде нет такого игрока, который мог бы с ним сравниться по силе и по габаритам, и мы лишь пытаемся его сдерживать. Но после первого периода, когда мы вели, во втором мы просто, если посмотреть, мы отдали им, подарили буквально гол, когда ребята наши подзадержались, вовремя не ушли, и там просто был выход 3-2, атака, которая привела к заброшенной шайбе в наши ворота. Ну и дальше следующие голы также можно сказать, что ошибками нашими воспользовался противник. Мы совершали не так много ошибок, но за каждую из них нас заставили заплатить. У меня будет такой вопрос. Боб, понятно, каждая игра развивается по-разному, но 4 последних матча вы проиграли Салавату. Вы понимаете, в чем ваша недоработка? Потому что Салават каждый раз имеет преимущество и много вам забивает достаточно. Sure, each single game is different from the previous one, but we lost 4 games to Salavat. So what is the main mistake that we are repeating? It's not, well, today is that we mismanaged the puck. Like, we had the game under control at 2-0, like we didn't make smart decisions with the puck, but every game, like, Ufa Salavat, you look at the way that they're built, like, like they're built to play physical, to play big, and that's exactly what they play. And, like it was a tight game. We played many tight games against them, but, like we just have to keep working. Like we're going to get on top. Если говорить конкретно о сегодняшней встрече, то мы просто не всегда правильно распоряжались шайбой. Мы вели 2-0, но потом несколько не совсем верных решений и привели к тому, что игра повернулась в другую сторону. Если взглянуть на Салават Юлаев, то это команда, которая проповедует такой силовой хоккей, у них габаритные игроки, и это сегодня мы вновь увидели. Плотная игра всегда с ними, в том числе и сегодня, и будем стараться, будем работать. Каблуков уже не в первый раз попадает в заявку, но так и не выходит. В целом, насколько он по сезону оправдывает ожидания? Вообще, как Боб доволен? It's not the first time when Kablukov is in the lineup, but he doesn't get any ice time. So does he
Kevlukov was in the lineup because we had one player who had a minor injury, and we were not sure if he could stay in the game. And it was a player in the same dimension as Kevlukov, but it ended up that our player was fine and he played great. So, we didn't see any opportunities to get Kevlu on the ice. Каблуков сегодня был в заявке, так как у одного из наших игроков небольшое повреждение. Мы не были на 100% уверены, сможет ли он показать себя в полную силу. А Каблуков, он примерно схож с ним по габаритам, и поэтому просто не было такой возможности для него, так как вот этот самый игрок, он чувствовал себя хорошо и здорово себя проявил сегодня. Сезона именно, насколько доволен Боб? How happy are you? С Каблуковым? How happy are you in general with Kabukov? Well, you know, King, we're evaluating our players every day, and he's a defensive player, and he's in the kind of the same mold as Komarov, Dedunov, Stas, and Potapov. And right now, we feel that Potapov, Stas, and Dedunov are ahead. Мы оцениваем игроков на ежедневной основе, и если говорить про Каблукова, то он такой игрок оборонительного плана, его можно сравнить с Комаровым, Дедуновым, Стасем и Потаповым, и как раз вышеперечисленные игроки, они немного его опережают. Спасибо. Больше нет. Спасибо. Игроки Салавату Илаева на очереди. Да, с нами защитник Евгений Бирюков. Давайте в целях экономии времени тогда сразу к вопросам перейдем. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Замат Шулуков, Медиакорсеть. Ну, сначала расскажите в целом об игре. Почему так невзрачно начали? За 7 минут 2 гола пропустили. Вы правы. Они очень начали, пропустили 2 гола таких. Не знаю, совершили ошибки, но хорошо, что потом добавили, начали неплохо играть в атаке. Начало получаться. Вот. И хорошо, что довели все до победы. А вы согласны с тем, что, несмотря на 2 пропущенных, все равно не сказать, что «Авангард» совсем уж давил, были штанги, вот у вас, например, Никита, была штанга, и все равно были предпосылки к тому, что за счет более плотной игры, за счет лучшего движения, как потом оказалось, можно вытащить матч? Собственно, за счет чего вытащили матч? Кому у вас вопрос просто? А давайте лучше к вам, Никит. Женя сказал, что начали не очень, но до этого у нас 2 игры было. Мы начинали хорошо, 2-0 выигрывали. Знали, что, в принципе, можно игру переломить, просто проявили характер. Не скажу, что мы самые свежие сегодня были, в принципе. Я лично за себя говорю. Я считаю, что за счет характера, не совсем за счет движения. Где-то нам чуть-чуть немножко даже сегодня повезло. Но чтобы везло, надо заслужить. На прошлой пресс-конференции Александр Гадекин говорил, что надо играть проще. Согласны с тем, что сегодня в этом прибавили и таким образом счет сравняли? Да, все правильно он сказал, потому что много ребят вышли после большого перерыва, и нужно упростить игру, чтобы побыстрее втянуться в игру, поменьше придумать всяких сложных передач, всяких сложных действий, наверное. И через игру попроще, наверное, надо добавлять. И я думаю, что та игра, которая у нас была, она придет. У меня вопросы закончились. Может быть, у кого-то еще будет, у коллег. Вам спасибо. Коллеги, если больше вопросов нет, давайте тогда мы сворачиваем. Всем большое спасибо за работу. Спасибо. Оливер Каски, оценит игру, ответить на вопросы, пожалуйста, и opinion about the game. I think in the start we were better, it was our game. Then they got control of the game, they tied it up. I think third period was kind of tight one, big tying goal from us, and then I think over time we had chances, and then shootouts, kind of 50-50 always, but they were better there.
Вначале мы были лучше и полностью контролировали игру. Далее противник перехватил инициативу, им удалось сравнять. В третьем мы забросили важный гол и перевели игру в овертайм, где у нас имелись определенные моменты, но мы не смогли их реализовать. А дальше булиты, там всегда шансы 50 на 50. Вопросы? Оливер, вопрос про финских нападающих Салавата. Вот в Финляндии, когда они играли, особенно Хартикайнен, он был вот настолько неуловим и невозможно против него играть, потому что он постоянно делает разницу в матчах с Авангардом уже не первый сезон. Question about the Finnish players and when he played in Finland. The question is about Hartikainen. Was he playing in the same way? Because right now he's the one who is always making the difference, and he's kind of impossible to be held. Yeah, he's a really good player. Obviously, one of the best guys in this league. Been for a while already. I have never ever played against him before. Yeah, they have good imports and. And past games they have been the difference maker, yeah. Хартикайнен – это очень хороший игрок. Я считаю, что он один из лучших в целом в лиге. Против него я никогда раньше не играл до КХЛ, но, конечно же, только хорошие слова о нем можно сказать. Он на высоком уровне, и он именно тот, который способен разницу в матче создавать. Оливер, еще один вопрос, если можно. Вот в Салавате есть Филипп Ларсен. Вы в чем-то схожи. Сегодня вы забили, он нет. Поздравляю в связи с этим вас. Но в целом чувствуется, что схожие манеры. Но Ларсен просто четвертый нападающий. У вас пока так не получается. Вы стремитесь к этому или все-таки хотите более оборонительным защитником быть? Салават has got Larsen in the lineup, and you and him are kind of similar. Today you managed to score, and he did not, which is congrats to you. But in general, he's the fourth scorer total. And do you want to have the same stats, or are you kind of good with being a defensive player? I like to join the rush too, but not as much as he does. I feel like he's almost a fourth forward out there. I try to look my when it's good to join the rush. But yeah, I think I'm also a little bit offensive defenseman, and I try to shoot the puck a lot, and obviously in the power play, try to create plays and score points. Я также люблю присоединяться к атаке, наверное, не в такой степени, как это делает Ларсен. Он по большому счету четвертый нападающий на льду. Я все-таки защитник такой нападающего плана, и мне нравится бросать, и также я люблю давать и как-то участвовать в атаках. Есть ли еще вопросы? Если нет, спасибо. Thank you. До свидания. Здравствуйте. Сергей Толчинский. Вот мы и все познакомились. Давайте сначала оценим игру, да, потом на вопрос ответим. Сергей. Ну, хорошо начали, быстро забили гол первый. В большинстве тоже отличились. Потом во втором периоде Салават здорово начал и полностью переиграл нас, я считаю. И в третьем хорошо, что сравняли, в большинстве опять забили, и уже по булитам чуть не повезло. Согласен. Давай что-нибудь выделим тоже от себя. Да не, ну все по делу сказал. Так было что-то добавить. Во втором они сильно прибавили. На самом деле мы сами, возможно, дали инициативу, на своих ошибках пропустили голы. И, ну да, здорово, что мы играли все равно до конца и сравняли. Были шансы в овертайме забить. Мяцева хорошо сыграл. Были тогда это в игре. Вопросы? Сергей, лично у вас было много моментов для броска, и в основном попадали вы во вратаря сегодня, хотя мы знаем, что Мецело не очень габаритный. Чего не хватало вам, чтобы вот раскидать его там? Точнее, не его, а шайбу по углам. Ну, не хватало мимо него бросить, наверное. Да? В целом вы... Пытался, там, первый бросал, ближние 9 он отбил, потом бросал между ног, он тоже отбил. Хорошо стоял. Сергей, по этому матчу еще в целом то, что вели 2-0,
дали сравнять, это плохо, но то, что сами сравняли, все-таки это очень хорошо, наверное, в концовке. Там и Боб Хартли заменил вратаря, потянул время, отдал отдохнуть. Все-таки удовлетворение сейчас есть от этого, особенно на фоне матча с Металлургом, не самого удачного, или есть разочарование больше? Не, разочарование, конечно, потому что вели 2-0, упустили игру, потом сравняли, и в овертайме, как уже повторяюсь, было много моментов, не забили, и как бы отдали очко. Ну, конечно, да, разочарование, жалко очко. Денис, вам вопрос. Много пытали уже довольно-таки Боба Хартли насчет того, что Салават в последнее время обыгрывает регулярно авангард. Сергей все-таки новичок авангарда. Вы уже, ну, скажем так, видели в прошлом году, как авангард проигрывал. Почему, на ваш взгляд, Салават имеет такое ощутимое преимущество игровое? Сегодня, допустим, там первый период за вами, потом два более-менее за Салават. Они раскусили вашу систему или что-то еще? Да, у нас принципиальные игры всегда с Уфой, потому что в одном дивизионе находимся. Но иностранцы, я считаю, у них здорово играли и во втором периоде держали шайбу и создавали много моментов. Второй период надо было сыграть построже и побольше создавать самим моментов, меняться хорошо и накладывать смены, что у нас не получилось, к сожалению. Значит, нет такого, что а так, в принципе, я считаю, нет такого, как бы равные игры всегда идут. Что в Уфе играли, там мы сначала проиграли, они нам быстрые голы забили, здесь наоборот. Поэтому примерно равные игры, и ну, тут и решают такие ошибки, которые допускать нельзя. Что не удается на гулитах в последнее время все-таки? Давайте порассуждаем. Мы на предсезонке практически все гулитные серии выиграли, кроме одной. Сейчас уже который раз не получается. Ну, вопрос, я гулиты не пью, мне кажется. Ну, что не получается? В Акбарсе с Витязем я просто сам плохо пробил. Я там... Я был, по-моему, там. Просто неправильно делал, с Витязем там два раза пытался одно и то же сделать, то, что была ошибка. Зачем это нужно было делать? Насчет других игроков, не знаю, там кто-то забивает, кого-то шума пару шайб сходил, просто невезение, может, какое-то. Не знаю. Есть ли еще вопросы? Если нет, спасибо. Всем до свидания. Удачи. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.